Срочно, Элли, помоги нам! В прошлой части Эбби взяли в заложники ее маленького крысеныша. И вот что я думаю. Скорее всего, получится так. Мы пойдем ее вызволять. Точнее, нет, мы пойдем ее убивать, но когда увидим ее положение, что-то в нашем сердце ёкнет, и мы простим. И подружимся. Хэппи-энд! Ну сколько можно гадать? Давай поиграем. Приятного просмотра. Куда ты пошла дальше? Нашла. Блин, у меня есть одно очень крутое предположение. Я тебе в конце скажу, наверное. А может быть... Не, ладно, я сейчас скажу, а то вдруг в конце оно и произойдет. Короче, сейчас Элли увидит, что Эбби попала в беду, и она ее спасет. Но спасет, чтобы ее убить. Ну, не знаю, мне вот только вот это вот голову пришло. Посмотрим. Да, наверняка. А, малышка, пошли. Пошли в поисках Эбби. Пойдем поможем бедняге. А я бы на ее месте уплыл бы, не знаю, во Францию, например, куда-нибудь. Очень красиво. Очень обалденно просто, великолепно. И не скажешь, что это какой-то там зомби-хоррор, да? И вы посмотрите, какая красота, господи. Господи, это великолепно. Я валяюсь. Выглядит заманчиво. Да. Неплохой уютненький домик. А давай посмотрим, что здесь. А, прости. Ручного стрелка у нас нету, подручного. Поэтому будем рассчитывать только на наши силы. Хорошо. Ну что? А вот теперь угадал. Ладно. Только тихо. Тихо. Все. Здесь точно кто-то должен быть. Видишь, кусты появились. Ага, вижу. Осторожно. Что дальше? Ничего, 24-25. Ищем. Я здесь. Так. А Санта-Барбара, значит... Так мы еще даже не в Санта-Барбаре. Вот и ну ты. Ладно, пошли искать Санта-Барбару. Опа, опа! А вот и наши друзья. Первый пошел. Так. Кто-нибудь... Нет, никого не видно, к сожалению. Фонарик отключаем. И просто потихонечку ползем. Все хорошо. Я тебя вижу, я тебя слышу. Все хорошо, не переживай. Я постараюсь убить тебя очень быстро, качественно и практически безболезненно. Вот типа того. Ну падай давай, падай. Молодец. Вот, жалко, это квадроцикл. Нельзя сесть на него и прокатиться. Ты слышишь эти звуки? Их что, там так много, да? Их так много, серьезно? О, записка. Отлично. Читаем. Читать. Да, я говорил, что подожду вас здесь, но это слишком опасно. Местные леса кишат гремучками, а я не хочу, чтобы меня опять заковали в цепи. Ищите меня там, где я рассказывал анекдот про шарик для пинг-понга. Скучаю по вашему смеху, надеюсь, с вами все в порядке. Ну, прям вот сюда, да. Так, придурочные сейчас прибегут. И потом бросаем туда наш... Коктейльчик Молотова. Ну что такое, а? Я взял просто так бутылку и испортил. Ну твою же налево. Блин, как жаль. Как жаль. Так, на всякий случай пойду с дробовиком. Тихо. Да кто, кто? Ой, как хорошо было бы, если бы вы вот здесь пробежались. Молодые люди, вот здесь кто-нибудь пробежится, пожалуйста. Ну давай. Ну давай, давай, ловушка должна сработать, эй. Потратить один патрон. Я, наверное, все-таки потрачу. Так, идите ко мне. Совсем близко. Давай, давай, вот ты мой маленький, вот я здесь куда-то. Вот ты красавчик. Вот ты красавчик. Вот тебя я больше всего боюсь. Ну уже нет.
разлетелся на мелкие атомы. Даже что-то нам оставил. Молодец. Ага, вижу. А, это же этот полудурочный. Все, я понял, кто ты. Иди сюда. Так, только стой, ладно? Не так, слышу. Ах, твою мать, я, кажется, промазал чуть-чуть. Не, ему больно. Учиться. Вот прям, чтобы наверняка. Потратил 2 патрона, но, блин. Ну, что мне оставалось сделать, а? Еще есть? Черт. Тогда осторожно. Ой, как хорошо. Ой, как приятно. Ой, спасибо вам большое, вы так любезны. Так, здесь КамАЗ и дороги нет. Значит, мы идем наверх. Ага, все, вижу. Что ты орешь-то, а? Это сталкеры, они бешеные. Вот так со светом тебя завалим. Иди сюда, сталкер. Иди сюда. Иди, я готов. Ну где ты? Боится. Мама. Тоже 2 патрона испортил. Очень жаль. Господи, вот щель была. Господи, куда ты смотрел, Аидыч? Да блин. И кирпич, конечно. Спасибо. Главное вовремя. Как обычно. Сменить боеприпас. Какая кнопка? Сменить боеприпас. Угу. Нам нужны просто стрелы. Так, а теперь надо как-то прям вот... Блин, хамуха. Ты можешь просто встать? Пожалуйста, встань. Вот, не двигайся. Ну твою же мать, а последний... А крыша-то со звуком. Оно типа меня заметило? Как они меня видят вообще? У него же нет глаз, не? Я ошибаюсь. Ой! Ой! Ну тебя нахрен! Это как сейчас произошло? Целимся прямо в голову. Давай, сиськи, беги ко мне. Не понял, попал я в голову, не попал. Ну, сиськи реально были хорошие когда-то. Ладно, игра не об этом, пошли отсюда. Все потратил, все патроны, все какие можно было, нельзя. Все потратил. Попробуем срезать путь. Вниз. Ага, попробуй, конечно. Мне бы найти какой-нибудь кирпич, чтобы отвлечь их, если что. Ой, спасибо. Ой, как это любезно с вашей стороны. Уточка. Кто-то переиграл в Хитман. Карточку даже нашел, нифига себе. 1000 лет карточки не находил. КБР-73. Вау, как прикольно. Читаем. Родная планета Марс. Ум 40, сила 100. Сторона Альянс будущего. Кибернетический боевой робот модели 73 КБР-73 представляет собой новейший тип синтетического воина, предназначенный для решения самых опасных и жестоких задач. Захватив образец такого робота, на Титане ученые Альянса будущего стали использовать его для этических тестов искусственного интеллекта. Превращенный в надежного союзника, БР добровольно вызывается участвовать во всех опасных операциях Альянса. Напоминая, что он хороший расходный материал. Впрочем, в особо тяжелые моменты он с трудом сдерживается от того, чтобы вернуться к своей изначальной функции. Машина-убийца, нейтральный герой. Господи, страсти-то какие. Эй. Вроде тишина. Ух ты, что твою мать. Ух ты ж твою мать, а. Зачем мне так повезло? Так, изготовить коктейль Молотова, отлично. Шо мы там, бомбочку не изготовим никак? А, стрела, взрывную стрелу, конечно, сделаем. Так, ну как, ну можно попробовать как-нибудь тихонечко пройти отсюда нафиг, чтобы оно меня не заметило. Ага-ка. Ух ты ж! Ух ты ж, твою мать! Ой, короче, тут веселуха сейчас начнется. Ух ты ж, господи! Грабеж средь бела дня. Ага, все, я понял.
дышит с трудом. Принимаю тебя. Принимаю твои страдания. Так, погоди, а это что за место вообще? Вы так горите в аду, твари. Ненавижу вас. Ты слышишь, какие крики ужасные? Ну все, не поднявились вам все, да? Они идут сюда. Отлично, просто шикарно. Я считаю, это было шикарно. Это, короче, два хозяина и дочь с сыном, наверное, где я. Да хрен его знает. Где ты? Ладно. Ага, вот и Санта-Барбара. Я шепну тебе на ушко. 4.25. Аннигиляторная пушка! Констант 24.25. Мы идем к тебе. Тут можно немного ускориться, я надеюсь. Она должна быть там. Да. Подожди. Собираем. Оу! Воу-в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 оу. Неплохо. У шлепок он меня может заметить. А, погоди, а что если мы сейчас вот прям вот сейчас вот возьмем? Например, нет, вот не вот этого, а вот который дальний, а? О, это разрывная. Блин, жалко, конечно. Жалко этого добряка. Ну придется, что ж ты делать. Хорошо. Твоего друга убили, эй! Ах ты черт! Ах ты черт! Что у него боксерские перчатки, что ли, не пойму? Да вдвоем вообще-то как бы по очереди надо подходить. Вы же... Тихо. Так, я могу. Оп! Не попало. А я попаду. Да, детка. Айдгар, молодец. Молодец. Неплохо. Мне нравится, как ты это сделал. Хотя можно было троих одним ударом, но... Ладно. Значит, не судьба. Как-то у Эбби и... У маленького друга азиата дорога была намного легче. Ах ты ж... А это... Это кто у нас там в смысле? Погоди, здесь... Аппендикс, ничего страшного. Погоди, как... Нет! Черт! Это... Черт. Это... Подожди, это очень плохо. Если там висел рядом труп, блин, прошло много времени, то это очень плохо. О, нет, слава богу. Да ладно. Ей мерещится. Или нет? Я нашла тебя. Ты здесь. Смотри. Нет, это не Эбби. Еще живая. Она вся в кровище. Ничего страшного, я вам сгожусь. Осторожно. И 8 месяца не протянет. Я надеюсь, на сегодня мы закончили. Да, сними ту хрень. Надо перезарядить ловушку. Вот ты, блин. Серьезно? Зачем нам тащить ее вообще? Она же... Вот ты, блин. Укусила? Нет. Нет. О, черт. Кайф. Что смеешься? Что, в штаны наложи? А ну, повтори. Маленькое сыкло. Молодец. А ты у нас шутница, да? Вставай. Перестань. Вставай. Успокойся. Она все равно не жилец. А ну-ка, прошу. В смысле не жилец, эй? Что же, да? А ей пофигу. Давай. Да вообще пофигу, пускай. Красотка, молодец. Ой, ты красотка ты моя, а? Господи, обожаю эту девчонку. Охренеть. Сука! Охренеть, погоди, красотка. Погоди, ищешь Эбби? Ты сказала Эбби, да? Мы недавно поймали ее. Ага, конечно. Класс. Нахасина. С косой. Руки, как у меня. С ней был паренек. Со шрамами у рта.
Да. Она... Отпустишь меня? Скажу, где искать. Доберешься, пока укус тебя не убил. Дурак. Говори. Она в клетке. У нас в лагере. Где это? Иди туда, до железнодорожных путей. Угу. По ним выйдешь к курорту. Так, к курорту? Пленники в высоком круглом здании. Клянусь. Я так и знал. Но это же дочка Джоэла. Ну, дочка, господи. Воспитанец, так сказать, Джоэл. Тут все понятно. А вот это вот хреново, блин, мне кажется, что... Мы не дошли до момента, когда Эбби должна встретиться с Элли. Точнее, Элли должна найти Эбби и ее маленького крысеныша. Но мы дошли до момента, когда Элли получила очень страшную травму. И еще ко всему этому ее укусил зомбарь. Ну ладно, это не так страшно, но она потеряла очень много крови. Блин. Теперь будем молиться всем богам, чтобы она не померла. А пока, пока.